хорошие две игры получились. Сегодня мужики молодцы, выполнили установку тренера. Отстояли меньшинство, много удалений очень было. Как бы обе команды бились, старались. Нам где-то больше повезло, момент реализовали. Хочу поздравить всех с победой. Следите за нами, мы стараемся для вас, любим вас. Это совсем другая игра была по сравнению со вчерашней. Накал, пацаны-молодчики, просто всем огромное спасибо ребятам, болельщикам за поддержку. Ну, это наш хоккей, мы сегодня показали то, что мы реально можем и умеем играть в хоккей. И мы будем продолжать в том же духе. А так, болельщикам спасибо за поддержку. Приходите болеть за нашу команду, мы вас любим.